Вот уже 10 лет подряд здесь, в горнолыжном поселке Домбай, в самый разгар летнего сезона собирается большое количество гостей и жителей нашей республики. Все они приезжают не только отдохнуть и насладиться удивительной природой, но и стать свидетелями масштабного ежегодного фестиваля «Ночи Домбая», который собирает на одной площадке выдающихся исполнителей современности. На протяжении всех этих лет в рамках фестиваля на курорте звучала ресторанная музыка, но организаторы решили изменить немного формат и дали старт новому проекту – фестивалю популярной музыки. В течение 10 лет здесь, на этой площадке, мы проводили фестиваль, всероссийский фестиваль ресторанной музыки. И по окончании 10 лет мы этот проект передали в Республику Абхазия. И, в принципе, хотели остановиться, но отдохнуть, как говорится. Но в силу того, что множество телефонных звонков, сообщений в соцсетях и так далее, люди писали и говорили нам о том, что они отпуск именно планируют взять вот в это время года, чтобы приехать сюда, на Домбай, и чтобы отдых их совмещался не просто с отдыхом, а был событийный сам по себе. И в общем, просили нас и ребята, музыканты, которые в течение 10 лет приезжали и выступали на этих площадках, просили возобновить этот фестиваль, но, собравшись жюри, мы решили, что возобновлять мы не будем. А далее старт новому проекту, фестивалю популярной музыки. В чем он отличается от первого фестиваля? Фестиваль ресторанной музыки все-таки был ограничен рамками ресторана. Почему делали рестораны? В России много тусовок музыкантов, рокеры, джазмены, шансонщики и так далее, прочее. А место, где бы могли собраться ребята, которые каждый вечер работают в ресторанах, зарабатывают себе на жизнь, вовремя, может, не были увидены или замечены какими-то продюсерами, не имеют своей вот такой музыкальной тусовки, было принято решение, и здесь, на Домбай, сделали вот эту тусовку. Фестиваль популярной музыки, он охватывает все жанры, все направления. В музыке это прекрасная возможность, чтобы попробовать свои силы молодым, талантливым исполнителям, и хотим все-таки совмещать популярной музыки и основы нашей своей народной, национальной культуры, культуры народов Карачаева, Черкесии, Северного Кавказа. Принять участие в первом всероссийском фестивале популярной музыки «Ночи Домбая» в этот раз приехали 26 популярных музыкантов, певцов из различных регионов Северного Кавказа, Юга России, а также дальних уголков страны. Астрахань, Волгоград, Кисловодск, Республика Дагестан и даже исполнители из солнечной Абхазии. География участников фестиваля была достаточно широка. Развернувшись на огромной площадке, он собрал под одной крышей любителей практически всех музыкальных жанров, от электронной и поп-музыки до рока. Приняла классно, мне очень понравилось. По поводу волнения, волнение, конечно, было. Но когда я вышел на сцену, я просто был шокирован теплом публики. Мне очень понравилось, и она меня расслабила. Я помню все свое детство, когда мы собирались с дружной компанией, там, со своими родственниками, друзьями, вернее, с друзьями моих родителей. Отец мой всегда брал гитару, и мы пели застольные песни, типа Юрия Висбора, «Синие птицы», «Клёна», «Милая моя». Это, наверное, приобщило меня в первую очередь к музыке. А потом я просто понял, что мне это нравится. Я исполняю в основном песни, которые сопровождают мою жизнь, сопровождают жизнь обычных людей. И именно такие песни я стараюсь подбирать в свой репертуар. В основном они о любви и о обыденной жизни, песни, которые подчеркивают те или иные простые моменты. Но в красочной форме, в песенной форме. Для нас, именно для ресторанных певцов, это очень нужно, потому что я работаю в ресторане уже более 20 лет. И, конечно, становится немножко обидно, когда идешь в какой-то ресторан просто отдыхать, и там, не поют, совсем не поют. А, в принципе, деньги мы получаем одинаковые.
Ну, конечно, каждому свое, и тем не менее, просто сидеть в ресторане, где поют, мягко сказать, не очень хорошо, ну, неприятно. Поэтому сегодня здесь я вот на репетициях слышу такие голоса вообще. Я думала, я одна хорошо пою, оказывается, очень много вот ребят вообще очень хорошо поют. В молодости я училась в Гнесинке на классический вокал, я пела оперу. А потом, ну, так сложилось, что ребята, с которыми я училась в музыкальном училище еще в Сухумах, как-то стали подрабатывать летом в ресторане. И, ну, как-то, ну, в молодости мне это понравилось, что вот ресторан, такая вот разгульная жизнь, все так весело, празднично, еще и за это деньги получают. То есть мне это понравилось. Когда я попробовала, меня просто втянуло. И, ну, на сегодняшний день, ну, раз я уже больше 20 лет пою в ресторане, и у меня уже подросла дочка, которая в этом году тоже вышла работать в ресторан. Мне нравится эта работа, мне нравится то, что люди приходят в ресторан. Очень часто такое бывает, что приходят, они не покушать, ну ничего, а просто вот послушать, потанцевать, послушать песни. Мне это нравится. По сложившейся традиции, заимствованной у фестиваля ресторанной музыки, мероприятие открыли члены жюри, которые сами являются выдающимися исполнителями, музыкантами и композиторами. Именно они на протяжении 3 фестивальных дней следили за качеством и манерой исполнения всех участников и оценивали их талант. Выступающий человек, который должен показать себя, в первую очередь обязательно вокальные данные. Вокальные, как он владеет голосом, какая песня, чтобы она и не только тронула зрителей, но и чтобы она была приятна. И слышали и оценивали жюри. Это очень важно. Вот. Какая постановка голоса? Не просто у нас вот бывает так, люди приезжают, которые не готовы, совершенно не готовы. Может быть, с какой-то обидой смотрят, что их так оценили. Жюри у нас такое, мы уже 11-й год, и поэтому нам некого там обижать, и нет смысла кого-то выше головы ставить. Все оцениваются по пятибалльной, там будем говорить, шкале. Нашу республику на фестивале представила молодая исполнительница Мариам Халкечева. Девушка призналась, для нее победа – это не главное. От фестиваля она хочет получить бесценный опыт, который позволит ей в дальнейшем увереннее чувствовать себя на сцене перед огромной публикой. Настрой боевой, конечно, хочется победить, это безусловно. Буду стараться, но даже если не получится ничего, это участие, оно для меня очень многое значит, конечно. Вообще фестиваль уже давно люблю, так как я здесь живу, я каждый год сюда прихожу, конечно. Все это вдохновляет, все это очень нравится, это зажигательно интересно. Вот. И, конечно, хотелось всегда, каждый год, когда приходила, хотелось бы участвовать. Фестиваль собрал не только новичков. Подарить прекрасное настроение всем отдыхающим приехали победители 9 предыдущих фестивалей, которые также исполнили свои лучшие композиции. Уже это традиция, понимаете? Есть основной костяк людей, которые приезжают сюда каждый год, независимо вообще, будет фестиваль, не будет фестиваль. Конечно, это такое мероприятие, очень серьезное, да? Но прежде всего мы рады встрече друг с другом. И вообще очень хотелось бы, чтобы такие фестивали проводились почаще, потому что здесь встречается молодежь. Ну, сами видите, да, что происходит. Весело, здорово, знакомятся. То есть дружба народов, друзья. Поэтому хочется, чтобы почаще такие мероприятия проводились. Я очень люблю это место, шикарное, красивейшее, Домбай. Всех приглашаю посетить, кто не был. Горнолыжный курорт, но поверьте, летом, друзья, здесь очень-очень красиво. 3 августовских дня это место было импровизированной танцплощадкой, где под любимые шлягеры все гости фестиваля получали море драйва и позитива.
Ну а сами участники все это время доказывали профессиональному жюри, что именно они достойны стать лауреатами первого всероссийского фестиваля популярной музыки. Я приехал из Пятигорска, узнал о фестивале от своего друга, который тоже здесь уже не первый год, но я как бы первый год. Вот, хочу исполнить песню Майкла Джексона на скрипке. И прекрасная атмосфера. Ожидаю от конкурса, главное в конкурсе это участие. Настроение прекрасное, горы, музыка, все замечательно. Имена победителей в различных номинациях были названы в последний день фестиваля, который завершился большим гала-концертом. В этот день для ценителей настоящей музыки звучало множество старых, давно знакомых всем песен. Украшали программу не только известные всем композиции, звучала и относительно новая музыка. Блеснули своим талантом перед публикой популярные артисты из Карачаева-Черкесии, а также участники предыдущих лет и само жюри. Это женщина, которая подробно на чуду. Это женщина, которую я вовне не буду. Это женщина, которой никогда не стать моей судьбой. Вы знаете, может, не то, что может быть бы и не приехали, даже если бы мы попытались забыть, что, приехать сюда, соцсети просто взрываются, все спрашивают, мы в Донбай едем, едет весь постсоветский союз, постсоветское пространство, все едет сюда, с одной великой надеждой, увидеть друг друга, посмотреть друг на друга, посмотреть уровень, как мы растем, как развивается динамика нашего творческого роста, и это единственная возможность, потому что в 19.00 мы все идем на сцену, на одну и ту же сцену. А вот только здесь мы можем собраться все и посмотреть друг на друга. Вы знаете, я услышал один раз певца из Пятигорска, который не хуже Пенкина спел. Я 20 лет об этом не знал. А он ведь рос, развивался. И Паша очень... Почему мы приезжаем сюда? Мы сюда приезжаем вот просто отдохнуть душой. Такая лавина эмоций. Невозможно, у меня после этого фестиваля, после трех дней, у меня просто болят руки, потому что я хлопаю без остановки. Я хлопаю всем, я аплодирую всем, потому что все замечательные люди, все привозят сюда положительные эмоции, все привозят сюда позитив. Здесь не столько конкурс, не столько соревнования, сколько просто любование друг другом. Мы просто приезжаем полюбоваться друг другом, насколько каждый из нас растет, развивается в творческом плане. Очевидно, что этот фестиваль ждали не только участники, но и зрители, многие из которых специально ради него приехали в Донбай. Достаточно было увидеть, как тепло публика встречала артистов. Я приехала из города Белгорода. Много лет езжу сюда, на Кавказ, на Донбай, полюбоваться горами, красотами. И обязательно стараюсь приехать тогда, когда именно фестиваль. На фестивале уже было 6 раз. Мы здесь встречаемся, общаемся, поем, дружим. Огромная многонациональная семья. Русские, чечены, дагестанцы. Очень много национальностей Кавказа. Нет распри, нет проблем. Веселье, дружба, танцы, песни. Мы любим друг друга и ждем следующей встречи. Я приехала из города Москва со своей подругой Юлией. Мы здесь 4-й раз. Отдыхаем в разное время года. Нам очень нравится этот фестиваль, на который мы случайно абсолютно попали ночи Донбая. Все очень круто и весело. По окончанию концертной программы состоялось торжественное вручение наград в различных номинациях. Так, например, жюри определило лучших вокалистов, лучшее инструментальное исполнение, лучшее исполнение в традиционной манере ресторанного жанра. Лауреатов фестиваля наградили дипломами, памятными кубками и денежными премиями. Финальным аккордом первого всероссийского фестиваля популярной музыки стал гимн, который исполнили все участники фестиваля. Три фестивальных дня пролетели как один миг, но организаторы не говорят ему «прощай», а всего лишь «до свидания». Уже в следующем году здесь свои таланты продемонстрируют уже другие исполнители. И успех первого всероссийского фестиваля популярной музыки «Ночи Донбая» несомненно дает большие силы и вдохновение организаторам провести его и в следующем году еще ярче. И несомненно, радость общения, хорошее настроение и заряд бодрости многие сохраняют в душе до следующего фестиваля.